Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, мир вам. Greetings to you, dear friends, our brothers and sisters. Сегодня прекрасный день, день Пятидесятницы, день рождения Церкви, 50-й день со дня, того дня, когда мы праздновали Пасху Господню, когда Господь вошел в Иерусалим, отдал самого себя за нас. 50-й день, мы говорим, это день рождения Церкви, это сошествие Духа Святого. И как обещал Господь, как обещал для всех любящих Его, что Он не оставит нас сиротами. Он пошлет Духа Святого, поселившегося в наших сердцах, чтобы в теле Христова все мы ощутили себя полезными, чтобы в теле Христова каждый член тела Христова имел свою часть в устроении Его Церкви. Сегодня мы будем об этом говорить, проповедовать, будем благодарить Господа за сошествие Духа Святого, что Дух Святой пребывает в наших сердцах, о том, что сегодня действительно день рождения Церкви, и мы прославляем Господа. Итак, перед тем, как мы помолимся, один буквально стих. Деяния, 2 глава, 1 стих. Acts of the Apostles, chapter 2, verse 1. «При наступлении же Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». Все, каждый верующий пребывал в одном духе. У них как будто бы была одна слитая душа для того, чтобы поклониться, для того, чтобы ощутить Божье присутствие. И это прекрасно. И мы сегодняшний день повторяем тот же самый опыт, через который прошла и Первая апостольская церковь. Мы собрались здесь, оставив всякую суету, для того, чтобы посвятить эти часы общения с нашим Господом и быть единодушно вместе в Его присутствии. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, что сегодня Ты благословляешь Твою Церковь. Вот уже почти 2000 лет. Благодарны Тебе, что мы искуплены, что мы люди, которые знают Твой голос, которые отвечают на Твой голос и прислушиваются голосу Духа Святого, живущего в нас. Благодарим Тебя за Священное Писание. Благодарим Тебя, что Дух Святой, который живет в нас, ведет нас к отчизне, который напоминает нам, где нам нужно покаяние, который напоминает нам, где нам нужна коррекция нашей жизни, напоминает нам о том, что нам нужно любить друг друга, прощать друг друга, тот, который ведет нас по жизни, подготавливает нас к настоящей жизни на небесах. Мы благодарны Тебе, что у нас есть такие прекрасные памятники, такое напоминание остановиться, поразмыслить и осознать, что мы куплены дорогою ценою, и Ты ради Церкви, ради каждого из нас индивидуально заплатил дорогую цену. Об этом мы будем сегодня вспоминать, об этом мы будем сегодня проповедовать, осознавая то, что Ты совершил величайший подвиг спасения нашей души, каждого индивидуально. А все мы вместе сегодня, как и Первая апостольская церковь, собрались единодушно вместе для того, чтобы Тебя прославить. И поэтому прими от нас эту жертву наших сердец, жертву наших уст и жертву нашего поклонения Тебе, достойному Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Давайте мы споем песню поклонения о великой Божьей любви. Глубже всех морей и океанов, необъятна вечно велика. Всех золотых светил небесных, беспредельная любовь Христа. Он омыл грехи, дал ризы снежной белизны, дар Святого Духа даровал. Он омыл грехи, дал ризы снежной белизны, чадом Божиим меня назвал. Мрач небес просветный и ужасный,
счастлив я Христовой благодатью. Я спасен от смерти и суда. Сердцем грех теперь не овладеет, в нем обитель Господа Христа.
не тороплю. Господь, Тебя я тороплю, прости. Мне кажется, последнее мгновение. Мне кажется, что опоздаешь Ты, и гибели подобно промедление. Мне кажется, такую долгой ночь. Мне кажется, что не дождусь рассвета, что не успеешь Ты, Господь, помочь. Как стыдно, что мне кажется все это. Опаздывал ли Ты когда-нибудь? Нет, никогда. Ни на одну минуту Тебя, мой Бог, мне не в чем упрекнуть. Так почему же сердцу верить трудно? Оно не видит завтрашнего дня и начинает беспокойно биться. Господь, пожалуйста, прости меня, а сердце пусть научится молиться. Ведь у Тебя назначен срок всему, и сердцу пусть не кажется иначе. О, если поспешишь Ты, я пойму, и если Ты замедлишь, не заплачу. Не будет вечной ночь, она пройдет. Господь, Ты повелишь, и солнце встанет. Не тороплю, пусть сердце подождет, пусть сердце верить не устанет. Аминь. Доброе утро всем! Поздравляю вас с праздником и хочу вдохновить вас словами, которые прозвучали в адрес апостолов. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и станете мне свидетелями в Иудее, Самарии и даже до края земли. Поздравляю вас от всей души и хочу сконцентрировать внимание нас всех, что эту силу дарует нам только Господь. И апостол говорит: «Наконец, братья мои, сестры мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». И об этом будет наша песня. Мы будем просить в этой песне у Господа силы для себя и для нас всех. Тобою, Отче, в мольбе стою, удали от сердца всю боль мою. Тьма неверия стены кругом стоят, жить по правде истинной не даю. Помоги мне, Господи, помоги. Без Тебя не справлюсь я на пути. Через испытания все пройди. Помоги мне, Господи, помоги. Не хочу иметь с миром ничего, но хочу я, Господи, одного, чтобы Ты всегда был моей звездой и руководил весь мой путь земной. Помоги мне, Господи, помоги, без Тебя.
справлюсь я на пути. Через испытания все пройти. Помоги мне, Господи, помоги. Через испытания все пройти. Помоги мне, Господи, помоги. Помоги мне, Господи, помоги. Знаешь, что осталось немного мне. По тропинке узкой идти к стране, где увижу город я не земной, где навеки вечно я буду твой. Помоги мне, Господи, помоги. Без тебя не справлюсь я на пути. Через испытания все пройти. Помоги мне, Господи, помоги. Помоги мне, Господи, помоги. Помоги. Без тебя не справлюсь я на пути. Через испытания все пройти. Помоги мне, Господи, помоги. Помоги мне, Господи, помоги. Приветствую вам, церковь. Я родился в Украине, но я не умею правильно плакать. То вот эту неделю моя мама пела песню «Бачу Бога каждый день», когда она варила борщ там. И Бог положил мне сердце спеть вот эту песню. Та душе
Стелюся троянди у росі, у птахах, що осені, летять у вірі, всюди ти, нескінченний Бог творець, нескінченний Бог отець, та ні зміни у любові. Ти милосердний і святий, от на небі, на землі, благословен. Слава тобі, навіки слава. Всюди ти, Бог благий, слава тобі, навіки слава. Бачу Бога кожен день, на шляху моїм, що йде до неба. В серці духом ти живеш, ти пісні, що ти даєш, співа для тебе. Всюди ти, нескінченний Бог творець, нескінченний Бог отець, та ні зміни у любові. Ти милосердний і святий, от на небі, на землі, благословен. Слава тобі, навіки слава. Всюди ти, Бог благий, слава тобі, навіки слава. Слава Богу. Приветствую вас, дорогие друзья. Предлагаю сегодня нам текст из Евангелия от Иоанна, 16 глава, с 7 по 14 стих. Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 7 по 14 стих. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня, о правде, что я иду к Отцу Моему и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Аминь. Дорогая церковь, позвольте поздравить вас с замечательным праздником, Днем Пятидесятницы, или Днем Троицы, или Днем сошествия Духа Святого на эту землю. Хотя, по большому счету, этот праздник можно и нужно называть Днем Рождения Церкви. Поэтому, если вы являетесь членом тела Христова, Церкви Его, спешу поздравить вас с коллективным Днем Рождения.
Не знаю, как вам, но вот за мои 20 лет следования за Иисусом Христом мне достаточно редко приходилось слышать проповедь о Духе Святом. О Боге Отце – да. Об Иисусе Христе – безусловно. Но вот о Духе Святом – нечасто. И на самом деле, если внимательно посмотреть на характер Духа Святого, то это, если так можно выразиться, самый застенчивый представитель Троицы. Только о Духе Святом сказано «Духа что? Не угашайте». Только о Духе Святом сказано «И не оскорбляйте Святого Духа Божия». Дух Святой как бы находится в тени всемогущего Отца и прославленного Сына. Но Он выполняет важнейшую роль в Церкви Христовой. Без Него Церковь не может существовать как Церковь. Поэтому сегодня мы с вами детально рассмотрим, так зачем же все-таки Дух Святой пришел на эту землю? И чем Он здесь конкретно занимается? 16 глава Иоанна, 7 стих. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не приедет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Предлагаю нам немного пофантазировать с конкретной целью понять контекст происходящего. У нас есть машина времени, и мы с вами отправляемся в Израиль 2000 лет тому назад, чтобы побыть на одной из финальных бесед Иисуса Христа со своими близкими последователями. Мы видим 12 учеников и Иисуса рядом с ними. Иисус – долгожданный Мессия народа израильского. Он тот, о ком говорили пророки. Мало того, Он Бог во плоти. Ему повинуются бесы, природа, болезни и даже сама смерть. Он творит невероятные чудеса. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. Он способен своей силой наделять кого хочешь. И ученики в этом убедились на своем собственном примере. Он вот-вот должен воцариться. Народ призрал в нем избранника Божьего и ждет лишь одного его слова, одного его призыва, одного его жеста. Иисус со своими учениками собрались праздновать Пасху. Он подвязывается полотенцем и умывает им всем ноги. И вот находясь вот в этой такой интимной обстановке, Иисус Христос заявляет: «Я что? Ухожу. И это для вас намного лучше, чем если бы я остался». Ставим себя на место учеников. Какая наша реакция на такое заявление? В шоке, в печали, в боли, в растерянности, в ужасе, в непонимании. Смотрите, как сам Иисус описывает реакцию учеников. Это же 16 глава, 6 стих, предыдущий. «Но от того, что я сказал вам это, что? Печалью исполнилось сердце ваше». Теперь возвращаемся назад, 21 век, в сегодняшний день. И попытаемся ответить на вопрос. Скажите, а что может быть лучше, чем Иисус Христос во плоти на расстоянии вытянутой руки? Что может быть лучше? Внимание, ответ. Святой Дух. Каким образом Дух Святой лучше,
чем Иисус Христос, пришедший во плоть. Первое. Дух Святой вечен. Иоанна 14:16. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Иисус Христос, пришедший во плоти, смертен. Он был убит на Голгофском кресте. Духа Святого убить что? Невозможно. И Дух Святой пребывает с Детем Божиим во все дни его жизни. Нет ни одного момента, да и даже до самой вечности, и в вечности тоже. Нет ни одного момента, когда Дитя бы Божие лишилось его присутствия. Он рядом всегда. Он рядом даже тогда, когда мы забываем о том, что Он рядом. Второе. Дух Святой не ограничен пространством и временем. Был ли Иисус вездесущим? Нет. Был ли Иисус всезнающим? Нет. До своего воскресения. Мы сейчас говорим, Иисус Христос с учениками в теле до распять. Все понимают, да, о чем идет речь? Почему? Ну, потому что Христос сознательно себя ограничил, вочеловечившись в Сына Марии. Он не мог находиться везде. Он уставал настолько, что настолько был физически истощен, что спал на корме, когда лодка практически переворачивалась в дикий шторм. Он не врал, когда он говорил следующие слова. Марка, 13 глава, 32 стих. «О днем же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только кто? Отец». Он реально не знал. Не знал только потому, что был ограничен пространством и временем. И Иисус Христос не мог достичь всего мира, но его ученики смогли. Почему? Ну, потому что Дух Святой был с ними, и по слову их Дух Святой посещал все новые и новые сердца, включая и что? Наши собственные. Третье. Дух Святой способен сотворить Дом Божий в любом человеческом теле. 1 Коринфянам 6, 19 и 20. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». 3,5 года Иисус Христос проводил со своими учениками день и ночь. Скажите, они изменились от этого? Не очень, ну, если быть честными. Да? До самого конца они что делали? Пытались выясниться, так кто ж больше? А кто сядет по правую? А кто сядет по левую? Какую награду они получат? И так далее, и тому подобное. Но в день Пятидесятницы что-то изменилось коренным образом. Что? Сердце. Сердце человека изменилось. Оно родилось свыше. Оно родилось заново. Достаточно внимательно почитать речь Петра в день Пятидесятницы, чтобы ясно увидеть, что это совершенно другой человек. Это не тот Петр, который был до
сошествие, спасибо, Духа Святого на Него. Смотрите, как объяснял это Иисус ранее. Иоанна 14 глава, 15 и 16 стих. Он говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы что, знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Я думаю, этих тезисов, конечно же, больше. И можно продолжать это очень долго. Но хотя бы вот даже эти три показывают безусловное превосходство Духа Святого над Иисусом Христом, пришедшим во плоть. 16 глава, 8 и 9 стих. «И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в Меня». Здесь Христос, собственно, поясняет главную миссию Духа Святого, для чего Он, собственно, придет. Греческое слово «эленко», приведенное в синодальном тексте как «обличит», имеет два значения. Юридическое – обвинить, то есть выносит обвинение. И другое, означающее переубедить, обнаружить, разоблачить. Здесь скорее нужно понимать второе. Почему? Потому что обвинение и суд принадлежат кому? Иисусу Христу и Богу Отцу. Смотрите, Иоанна, 5 глава. 22 стих, «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». И 30 стих, «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Задача Духа несколько в другом. Задача Духа – убедить, переубедить человека в том, что он грешник. И, соответственно, нуждается в Спасителе. Дух Святой обнаруживает в человеке его греховную природу. Только при помощи Духа Святого человек видит себя именно таким, какой он есть, а это падший грешник. Более того, Дух Святой не просто изобличает какой-то грех. Заметьте, тут стоит слово «грех» в единственном числе. Не грехи, а грех. И какой же является самый главный грех? Неверие. Правильно. Ведь именно этот грех отправляет человека куда? В ад. Иоанна 8 глава 24 стих. «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Совсем не случайно Дух Святой, именно Он, играет непосредственную роль в свидетельстве верующих людей. Иоанна 15 глава 26 и 27 стихи. «Когда же приидет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он что? Будет свидетельствовать о Мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною». А в чем, собственно, состоит наше свидетельство, братья и сестры? Какой месседж, как говорят в Соединенных Штатах, мы призваны нести в этот мир? Иоанна, 3 глава,
16 по 19 стих. Читаем вместе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, что? Верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». 18 стих, внимательно. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден». За что? За что он осужден? Потому что не уверовал в имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Видите, как все взаимосвязано? Мы в союзе с Духом Святым свидетельствуем миру о том, что он идет в погибель из-за греха неверия. Но добрая весть состоит в том, что Сын пришел не судить мир, а что? А спасти. Уверовав, человек обретает жизнь вечную. Не уверовав, что он делает? Обретает вечное осуждение. Однако люди что делают? Они любят что? Тьму. Люди любят тьму. Их дела злы. И вот без вот этого переубеждения, без вот этого обличения от Духа Святого человек не в состоянии увидеть себя, каким он есть, и не в состоянии понять то, что ему нужно спасение. 10 стих, 16-10. «О правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня». В нашем синодальном тексте написано «правде», а в греческом «праведность». Суть в том, что Дух Святой обличит, или, как мы говорили раньше, обнаружит, разоблачит мир о праведности или понимании праведности как таковой. Дело в том, что у каждого из нас есть свои понимание, свое определение, что такое быть праведным. Для кого-то это определенные песни, вот это праведность. А для другого – одежда. Для третьего – христианский лексикон. Для четвертого – определенные богословские позиции. Для пятых – отсутствие наколок. Для шестых – знания имен трех дочерей Иова, я и таких знаю, для которых вот верхом праведности знать, как звали трех дочерей Иова. Помните, ничего ж не поменялось. Помните, когда пришли в храм, кто? Фарисей и мытарь. Что делал фарисей? Он перечислял критерии праведности. Мытарь занимался совершенно другим, он сокрушался перед Богом. И что делает Дух Святой? Он вот эти все наши критерии стирает в порошок. Исаии 64 глава, 6 стих. «Все мы сделались, как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». Римлянам 3:23. «Все согрешили и лишены славы Божией». Поэтому Дух Святой, его задача указать на единственный и незыблемый и непоколебимый стандарт праведности. Знаете, что это? Иисус Христос одесную Бога. Вот это праведность. Спасение только по вере в Него.
через вменяемую им нам праведность. Читаем вместе Римлянам, 3 глава, с 21 по 26 стих. Но ныне, независимо от закона, или дел, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру для показания чего? Праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию праведности Его в настоящее время, да явится Он праведным и что? Оправдывающим кого? Верующего в Иисуса. Немецкий богослов 19 столетия Стайер суммировал это так. Нет для людей другой праведности, кроме праведности Божией во Христе и праведности Христа перед Богом. 16.11. О суде, что князь мира сего осужден. Дух Святой обнаруживает или разоблачает понимание праведного и истинного суда. Суд этого мира превратен, как и его князь. Этот суд слеп, ошибочен и зол. Ярким тому примером является осуждение Иисуса Христа. Это было справедливое осуждение. Оно ничего общего со справедливостью не имело. Это был праведный суд, истинный суд. Нет, это был лжесуд. Потому что мир, он не может творить праведный суд. Смотрите, Иоанна 7 глава, 23 и 24 стихи. Христос, общаясь с фарисеями, говорит, если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но что? Судите судом праведным. Только суд Христов истинен и праведен. Иоанна 8 глава 16 и 17 стих мы читаем. А если и сужу я, то суд мой что? Истинен. Потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Все сатанинские притязания на справедливый суд – ложь. Иоанна 8 глава 43 по 47 стих мы читаем. «Почему вы не понимаете речи моей?» – говорит Иисус. «Потому что не можете слышать слова моего. Ваш Отец – дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был что? Человека-убийца от начала и не устоял в истине». И что дальше? «Ибо нет в нем истины». От слова «совсем». Нет. Когда говорит ложь, говорит свое. Ибо он лжец и отец лжи. Как вам вот такой стандарт суда, чтобы судья имел вот такие качества, и он бы разбирал ваше дело? А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня о неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы
не от Бога. Сатана претендовал на то, что он победил на Голгофском кресте. Но что в итоге получилось? Победителем вышел Иисус. Исаак, сатана был сокрушен его победой. Смотрите, как пишет автор послания к евреям. Евреям 2 глава, 14 и 15 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то он также воспринял оные, дабы смертью, что сделать? Лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Откровение 20 глава, 10 стих. «А дьявол, прельщавший их, ввержен озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучаться день и ночь вовеки веков». Дух Святой ведет грешников к пониманию истинного и праведного суда. И заканчиваем. 16 глава, с 12 по 14 стих. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». В этих стихах отмечено действие Духа Святого на самих верующих. Если в предыдущих трех мы говорили, что Дух Святой делает где? В мире. Он говорит, он придет и обличит кого? Мир. О правде, о суде, о грехе, о правде, о суде. То здесь идет речь уже о самих верующих, которым надлежит принять Духа Святого. Христос, он не углубляется вот в весь огромный план спасения для людей. Почему? Но он видит, что разум учеников не в состоянии вот на этот момент это вместить. Но он их поддерживает, говоря, что Дух истины будет заниматься чем? Он будет продолжать наставление Иисуса Христа даже в то время, когда Иисуса Христа во плоти больше что? Не будет. Дух истины будет наставлять чем? Истиной. Точно так же, как и Иисус Христос есть Дух, путь и истина, и жизнь. И Дух Святой также будет наставлять истину. Но заметьте, истину не своей истины, а чьей истины? Истина Иисуса Христа. И более того, он будет говорить то, что услышит от Христа. И Дух Святой возвестит то, чему еще надлежит быть. То есть Дух Святой возвестит будущее. Дух Святой изречет истину откровений Божьих через своих апостолов. И это откровение дойдет через века до нас. И это откровение мы называем как? Новый Завет. Вот он, Откровение. Это изрек Дух Святой, приняв от Иисуса, передав апостолам, в итоге записали, и мы уже 2000 лет спустя являемся живыми свидетелями свершенного обетования, о котором говорил Иисус Христос. Совершая это, Дух Святой прославит Христа. Точно так же, как Сын прославил кого? Отца. Иоанна 13 глава, 31 и 32 стих. «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог...» 13 глава, да. «И Бог прославился в Нем». Если Бог прославился в Нем,
то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Заключение и применение. Дух Святой должен был прийти, потому что он мог намного больше, чем Христос во плоти. Дух Святой вечен, не ограничен пространством и временем, может создать храм Божий в сердце всякого, кто уверует. Дух Святой в этом мире обнаруживает грех и раскрывает человеку его истинное состояние, падшего грешника. Дух Святой указывает или убеждает нас в том, что наша праведность не стоит даже ломаного гроша. Только праведностью Христа по вере мы можем наследовать жизнь вечную. Дух Святой обнаруживает единственно праведный и истинный суд Божий. Наконец, Дух Святой наставляет нас истиной, открывает нам будущее и ведет нас в славу Христову. Соответственно, а как у меня обстоят отношения с Духом Святым? Слышу ли я его наставление, обличение, переубеждение, разоблачение? Исполняюсь ли я Духом Святым? Вообще, что там внутри у меня? Храм Божий? Или там уже вертеп разбойников, который надо расчищать, выметать, исправлять, исцелять? С днем рождения, дорогая Церковь Иисуса Христа! Да поможет нам Дух Святой прославить Бога и в словах наших, и всей нашей жизнью. Аминь. Помолимся. Аминь. Thank you.
Аминь. Всемогущий Бог, мы приходим к Тебе, мы благодарим Тебя за то, что Ты позаботился о нас. Ты знал, и ученики не знали, и мы, находясь бы на их месте, чувствовали себя точно так же. Они не понимали, что их ждет, кто придет. Но Ты в своей доброй пастырской заботе, попечении о нас приготовил нам каждому личного, персонального утешителя. Дух Святой пришел, чтобы создать храм, храм для поклонения Богу в сердце верующего человека. Мы благодарим Тебя за то, что Он и наставляет, и обличает, и исправляет, и вдохновляет, и утешает, и Господь дает силы бороться против греха, греха, который снаружи, греха, который внутри. Мы благодарим Тебя за то, что Дух Святой, Он выполняет свою миссию. Он и сегодня изобличает грешника. Он показывает человеку, кто он есть на самом деле, насколько же человек грешен и как сильно он нуждается в Спасителе. Он показывает нам праведность, настоящую, единственную праведность Иисуса Христа и тот факт, что мы не способны при всем нашем желании, мы не способны обладать этой праведностью. Она нам вменяется по вере в Господа нашего Иисуса Христа. И Он сегодня показывает праведный суд, истинный суд, суд Божий, который расставляет все точки над «и», который называет черное черным и белое белым, и у которого нет серых полос. Молим Тебя, Господь всемогущий, Духом Святым, повей Ты на нас. Ты знаешь все. Ты Бог вездесущий. Благослови Ты нас всех в этот час. Аминь.
Скажи мені слово потіхи любові і ніжно торкнися моєї душі, щоб знову дзвеніли прекрасні нові мелодії неба ранкові тиші. Повість Святим Духом у спрагнене серце, то милось воно у земній бороді, мов ніжне проміння, що кидає сонце, зігрій мою душу ти Духом Святим. Лиш тільки в тобі Святим Духом у спрагнене серце, втомилось воно у земній бороді, мов ніжне проміння, що кидає сонце, зігрій мою душу ти Духом Святим. Хай же присутність твоя зігріває, нехай в твоїм серці лунають пісні і слава й подяка. Святим Духом у спрагнене серце, втомилось воно у земній боротьбі, мов ніжне проміння, що кидає сонце, зігрій мою душу ти Духом Святим. Святим Духом у спрагнене серце, втомилось воно у земній бороді, мов ніжне проміння, що кидає сонце, зігрій мою душу ти Духом Святим. Повість Святим у спрагнене серце, втомилось воно у земній бороді, мов ніжне проміння, що кидає сонце, зігрій мою душу ти Духом Святим. Слава Богу.
Дорогие братья и сестры, я хотел бы вам представить нашего друга и брата, пастора Маркоса из города Розарита. Много-много лет тому назад мы начали служение, это был 2010 год, то есть уже 12 лет, когда мы начали служение там. И за это время было много сделано, вот эти детские подарки, которые были посланы, много сборов, братья, которые... Еще помнят, мы ездили на строительство, наша молодежь их всех знает. Сегодня они вместе с нами, им дали американскую визу на несколько лет. И у нас есть возможность их поприветствовать, и они сегодня вместе с нами расскажут о служении. Blessings to you, Pastor Marcos. Nacho will be translating, and we are going to greet the church and tell about the ministry. Primero, gracias a Dios, porque nos da la oportunidad de estar aquí. First of all, I would like to thank God that I am here. Сперва мы хотим поблагодарить Господа за то, что мы здесь. En el 2020 estuvimos aquí. 2020 we were here. В 2020 году мы здесь были первый раз. Me da un gusto ver más gente. It's a pleasure to see more people. И большая радость видеть вас опять здесь. Cómo está creciendo la iglesia. How the church is growing. Церковь растет. Es un ánimo y un placer para nosotros. It's encouraging and a pleasure for us. Y это большая радость и благословение для нас. Como dijo Arturo, soy el pastor Marco Fierro. How Arthur said, I'm the pastor Marco Fierro. Как Артур нас представил, меня зовут Маркос Фиера. Hace 13 años empezamos a trabajar en Rosarito. 13 years ago, we started to work in Rosarito. 13 лет тому назад мы начали свою работу миссионерскую в Розарито. Mi esposa, tres hijos, y ella estaba embarazada. My wife, my three kids, my wife, she was pregnant. Мы начали тогда с беременной женой, трое детей у нас тогда уже было, и начали служение. Y cuando llegamos ahí, no había nada. When we got there, there was nothing. Когда мы начали, было вообще ничего не было. Solo mi familia. Была только семья. Y Dios con nosotros. Only my family and God with us. Только одна семья и Господь вместе с нами. И después llegó el hermano Arthur. Then, Господь использовал Артура в этот момент. Y fue una, ha sido una bendición. И мы видим благословение Господне. Todos estos 13 años. Так что вот уже прошло 13 лет. Ha sido una bendición. Так что сегодня мы будем об этом говорить. Yo sé que no le gusta decir mucho de él. Он уже многое что понимает сам. Вообще это день пятидесятницы, так что можно даже. Él entiende. It's the day of Pentecost. Él entiende bien. He understands very well. Он кое-что понимает. Es un placer estar aquí. It's a pleasure to be here. Это большое благословение здесь быть. Saludarles. To say, to greet you. Что мы можем приветствовать вас. Y en verdad estamos muy muy contentos. We are truly very happy. Y мы очень очень счастливы. Quiero mostrar un video. I would like to show a video. Хочу вам показать видео. De lo que estamos haciendo. Of what we are doing. Что мы сегодня делаем. En Rosarito. In Rosarito. San Vicente. Vicente Guerrero. San Vicente. Мы начали уже несколько миссий в Розарито, Vicente Guerrero. En San Quintín. И Сан-Кентин. Это еще две новые точки миссионерские, которые мы начали. Tenemos dos misiones más. We have two more missions. Tenemos gente entrenando. Эти новые две миссии мы начали на основании той миссии, которую вы помогли нам сделать в начале. We are training people. De eso se trata el video. That's what the video is about. Посмотрите на это видео. Это первое служение, когда начались. Вот такая вот опять же пустая земля. Начало конструкции нового дома. Eso lo empezamos el 2020. We started that in 2020. Мы начали это в 2020 году, после того, как мы посетили вас. И начался COVID, кстати, в тот день, когда мы пересекли границу, границы были закрыты, начался COVID. И мы приступили к стройке. Нужно отметить то, что вот это первую миссию, которую мы помогли им стартовать, вот эти самые ребята, миссионеры, они выросли на наших глазах. То есть им тогда было по 12-13 лет. Сейчас они уже взрослые мужи веры, они закончили библейский колледж, они уже вышли замуж, женились, и у них
них есть полноценные семьи. И вот у этих полноценных семей теперь есть новая миссия, уже намного дальше, чем Розарита, как мы планировали много-много лет тому назад, чтобы использовать эту церковь Розарита, чтобы она была отправной точкой, как некогда для первых христиан была Антиохия, которая посылала и Павла, и Варнаву, и других миссионеров в разные точки. И вот сегодня мы видим на новом месте новая семья, еще даже без деток, они только-только поженились, вышли замуж, благословили их в церкви, и вот уже есть возможность вот эта новая семья, которая будет ответственна за это служение непосредственно на новом месте. Вот так вот она выглядела сначала, сейчас уже есть там и... This is a new one, right? This is the second? Сангибин. Ага, а вот вторая вот только что началась. Это уже, это вот в прошлом году, в 21 году мы начали еще одну точку. Вот опять же с новой земли, пустая земля. Начинаем свидетельство деткам. Опять же идет конструкция молитвенного дома. Таких из таких легких строений. Но Господь благословляет, посылает нам все необходимое. Трудимся день и ночь. Молодые ребята, вот эта группа. Вся молодежь наша трудится. Они уже за это время, когда их посещал и Вениамин, и Янис, и Андрей, наш Андрей Остапенко, они научили их многому. И вы видите, что они сами строят и заливают бетон, и каменные работы, и крыши перекрывают. То есть это не только миссионеры, которые нуждаются в каком-то поддержке. Это реально уже строители. То есть то доброе дело, которое в них было вложено, оно действительно дает очень хорошие плоды. Так что они строят намного глубже, намного дальше, куда нам, наверное, будет тяжело добраться, часов 5 внутрь Мексики, но есть такое хорошее капитальное строение, и там Господь будет также прославляться на новом месте. Our guys have learned a lot through you. Наши братья научились работе, когда вы показали нам, как делается работа. Мы очень многому вас научились. Es una grúa mexicana. That's a crane, Mexican crane. Это мексиканский кран, вот таким вот образом, по принципу Архимеда мы его соорудили, поднимали вот эти стропила, если это правильно назвать. Muy, muy pesadas. И вот первое служение, очень тяжелые эти стропила, вот это первое служение уже на новой точке. Castillo Fuerte. Миссия в Сан-Кентине. Новый проект. Padre Kino. Padre Kino. А вот это наша церковь, которая вот она. Вот это та церковь, которую вы привыкли видеть наши фотографии, вот это тот зал. Наш основной на втором этаже не только воскресная школа, но и общеобразовательная школа. У нас также есть хор, музыканты. Вот есть библейский колледж, семинария. Свой хор. Вы музыкальные инструменты многие пожертвовали. Гитары, скрипки, виолончели. Ваша рояль там продолжает играть. Вот эта церковь, которую вы поддержали 13 лет назад. Это теперь кто в полной мере трудится? Вот эти семьи, которые закончили семинарии, которые уже готовы быть новыми миссионерами в новых точках. Они были молодые, а теперь они уже родители. Вот это наша церковь. Слава Господу. Praise the Lord. Praise the Lord. Gracias a Dios. Спасибо вам за ваши молитвы. Пусть Господь благословит. Pedimos de sus oraciones. We ask for your prayers. Так что мы продолжаем просить вас о молитвах и вашей молитвенной поддержке за нас. Hay dos necesidades. There's two needs. Есть две нужды. Queremos construir la casa del misionero. We want to construct the missionary's house. Мы хотели бы при церкви сделать миссионерский домик, где бы мог пастор жить со своей семьей. I ask for you to pray. Я прошу, чтобы вы поддержали нас молитвенно в этом. Y quiero compartirles unos versículos. I want to share some verses of the Bible. Хочу поделиться с вами со стихами из Библии. Ahorita nuestro hermano nos hablaba sobre el Espíritu Santo. Our brother was talking about the Holy Spirit. Брат говорил нам и напомнил о Духе Святом и его миссии.
quiero leer Hechos 1:8. I want to read Acts 1:8. Я хочу прочитать из Деяний апостолов, 1 глава, 8 стих. Solo quiero leer dos versículos. I only want to read two verses. Только два стиха. Uno en Hechos. One in Acts. Y otro en Mateo. And another one in Matthew. Один прочитаем из Деяний святых апостолов 1:8. I'll read it. So Acts 1:8. Yeah. Первое прочитаем. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Это Деяния святых апостолов 1:8. И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Está muy claro ese versículo. That verse is very clear. Этот стих очень ясно говорит. Cuando nosotros recibimos a Cristo el Espíritu. When we receive Jesus, the Holy Spirit. Когда мы принимаем Дух Иисуса Христа в нас. Dice la Biblia. The Bible says. Recibiremos un poder. That we will receive a power. Как Библия говорит, вы примете в этот момент силу, не от вас. Y ese poder. That power. Es el que nos va a llevar. Is going to take us. И эта сила успособит вас и приведет вас. Para que otros conozcan de Cristo. So that others can know Christ. Чтобы другие люди могли познать Иисуса Христа. Ese es el poder que va a mover a la iglesia. That's the power that's going вот to move the church. Вот это есть сила церкви. Para que la iglesia sea una luz para el mundo. So the church can be a light to the world. Когда церковь является светом этому миру. Quiero decirles algo muy importante. I want to tell you something very important. Я хочу вам сказать что-то очень важное. Este mundo no va a mejorar. This world is not going to get better. Этот мир не станет лучше. Va a ir de mal en peor. It's going to go to bad to worse. Он только будет постепенно скатываться хуже и становиться все хуже. Salimos del COVID. We came out from COVID. Мы только как будто бы вышли из COVID-а. Ahora enfrentamos una guerra. Now we confront a war. И теперь мы увидели, что мир лежит в войне, которая началась там. Afecta todo el mundo. And it affects the whole world. И это затрагивает весь мир, и мы это чувствуем в Мексике. Hemos tenido muchas familias ucranianas en nuestra iglesia en estos días. We have had many Ukrainian families in our church. Мы открыли свои двери, нас посетило очень много украинских семей, бегущих от войны. Miles de personas. Many, many people. Через нас прошли thousands of people. Тысячи. Миль это по украински. Han pasado por la iglesia. Это тысячи семей. They have passed through the church. Они прошли через нашу церковь. Vienen sufriendo. They have come suffering. Они прошли через страдания. Y llegan necesitados. And they come with needs. И они пришли с огромными нуждами. Eso es lo que hace la guerra. That's what the war does. Вот что делает война. Solo Cristo es la solución. Only Christ is a solution. Но только Христос является решением наших проблем. Quiero leerles otro versículo. I want to read another word. Еще text. Один стих хочу вам прочитать. Mateo. Matthew. Матфея. 9. 9 глава. Versículo. Verse. Стих. 36. 36 стих. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. La Biblia dice, the Bible says, Библия здесь говорит, que el Espíritu Santo nos dará el poder, that the Holy Spirit will give us the power, что Дух Святой даст нам силу, para hacer, 9:36. Okay. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos dará el poder. The Holy Spirit will give us the power. Iremos a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Дух Святой даст нам силу быть свидетелем не только в Иерусалиме, но и в Самарии, в Иудее, даже до края земли. Solo en el poder del Espíritu. Only in the power of the Holy Spirit. Только в силе Духа Святого. Mateo 9:36. Matthew 9:36. А Матфея 9:36 стих говорит. Dice la Biblia. The Bible says. Que Jesús. That Jesus. Al ver las multitudes. Когда увидел толпы народа. The whole people. Тuvo compasión. Он жалился над ними. He had compassion. Y eso es lo que este mundo necesita. And that's what the world needs. Это то, что в чем нуждается этот мир.
que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, we as Christians, чтобы мы как христиане, children of God, дети Божьи, тengamos compasión. We have to have compassion. Могли иметь эту же ту же самую жалость над народом, над людьми. Jesús miró la necesidad física, material, pero sobre todo espiritual. He saw the needs of these people, material, physical, but most important, spiritual. Он увидел все их нужды, физические, материальные, но самое главное, он увидел их духовные нужды. Las miró que estaban desamparadas. He saw that they were put down in their emotions. Он увидел, что эмоционально они были подавлены. Dispersas como ovejas. They were separated они были рассеяны, как овцы, без пастыря. Necesitaban un liderazgo espiritual. Им нужен был духовный лидер. Y eso es lo que este mundo necesita. And that's what the world needs. Поэтому это то, что в чем нуждается этот мир. Que nosotros los cristianos, as we Christians, vayamos en el poder del Espíritu, когда мы, как христиане, будем руководиться Духом, con esa compasión, with that compassion, у нас есть вот это сострадание к этому миру. Gracias por su tiempo. Thank you for your time. Пусть Господь вас благословит. God bless you. И у братьев есть пение. Brothers, you can take your part. You're going to sing a song in Spanish for us, and this is the time for us to make an offering. Я приглашаю, чтобы мы сэкономили немножко время, чтобы братья помогли нам со сбором. Этот сбор будет на нужды поместной церкви. Также поучаствуем и в нуждах наших братьев. Они поучаствуют на мексиканском, споют для нас. А в это время вы можете подготовиться и поучаствовать в сборе по местной церкви. Единственное условие, чтобы вы давали с доброхотным сердцем. Если это соответствует этому, дайте, пусть Господь это приумножит во славу свою.
Приветствую вас, дорогая церковь, братья и сестры, все гости, которые сегодня посетили нас. Это особенный день, и мы очень благодарим Бога, что в день Пятидесятницы мы могли увидеть то, что когда-то произошло в Иерусалиме, когда Дух Святой сошел на апостолов, они начали говорить о великих и чудных делах Божьих, и каждый понимал то, что они говорили на своем наречии. Я хотел у вас спросить, было все понятно? Вот, слава Богу. Великие чудные дела Господни. Мы иногда думаем, почему Господь располагает сердца своих детей участвовать в нуждах тех или других народов, национальности, этнических групп. И я знаю не понаслышке, потому что когда служение в Мексике было, иногда приходили люди и спрашивали, зачем в Мексику? Почему там не на Украину, в Россию или на другую историческую родину? Почему именно там? А оказывается, что пришло время, когда Господь переселил туда и украинцев. И они остались, и они стали благословением для многих семей, как знающих Бога, так и не знающих. Но в этом проявилось величие Божье, Божья красота, забота, Его милость и Его искреннее желание, чтобы через церковь стала значимой и видимой многоразличная благодать Господня. Поэтому все, что делает Господь через церковь, Он делает для себя, для своей славы и для того, чтобы люди стали получателями Его милости, благодати и увидели доброту, которая идет через тело Его, то есть через церковь. Сегодня, когда мы возле стола Господня, это особое место. И я знаю, что в жизни рожденного свыше человека, Голгофа, хлеб и вино, оно не просто знаки, оно намного больше. Потому что речь идет не просто о каком-то событии в истории, которое сегодня мы просто исторически вспоминаем, что этому имело место быть. Но мы понимаем, что это значение имеет в нашей личной жизни. Потому что от этого зависит не только наше настоящее, но наше будущее, наша вечность. Говоря об Иисусе Христе сегодня, говоря о Его жертве на Голгофском кресте, мы должны понимать, что Голгофский крест и смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте, она стала проявлением высшего цинизма со стороны человека, когда человек в своей слепоте, в своем неведении проявил высшую форму насилия, предавши насмерть Сына Божьего Иисуса Христа. Но также в этом месте проявилась величайшая справедливость Господня, где Бог осудил весь мир, весь грех в Сыне Своем Иисусе Христе, потому что Писание нам говорит, что грехи всего мира, они легли на плечи Господа Иисуса Христа. Друзья мои, не кажется ли вам очень значимым, что служение Иисуса Христа, как великого первосвященника, началось с первыми каплями Его крови. И этот пот лился не только на Голгофском кресте. Эти капли крови начали в молитве падать на камень. Христос начинает свое служение великого первосвященника, великого Иерея. Он в молитве готовится. И небесное святое святых начинает заполняться каплями Его крови, Его совершенной жертвы, жертвы совершенного Агнца, без пятна, без порока. Это великая благодать, что Христос посредством Своей смерти осудил грех. И как мы сегодня слышали, вменил нам свою праведность. Праведность, которая не от закона, но праведность по вере в Господа и Спасителя Иисуса Христа.
Нам сегодня невозможно остаться неблагодарными. Если мы каким-то образом продолжаем нарекать на свою жизнь, на условия жизни, мы должны понять, что мы что-то в жизни тогда очень важное пропускаем, потому что тогда мы мимо себя пропускаем милость и благодать Господню, потому что Он предусмотрел все. Как мы сегодня читали, что лучше для вас, чтобы я пошел. Почему? Потому что я пошлю Духа Моего, Духа Святого, Духа Утешителя. И сегодня мы являемся получателями той благодати Христовой, потому что Дух Святой сегодня, который несет служение Иисуса Христа, несет славное служение усыновления. Это Дух, когда человек обращается к Богу, начинает свидетельствовать, что грехи прощены, и мы являемся детьми Божьими. Он усыновляет нас. Он погружает нас в Иисуса Христа. Он погружает нас, Дух Святой, в свое тело, которое есть церковь. Он продолжает освящать нас. Он укрепляет нас, дает нам силу. Он производит плод в нашей жизни. Он ходатайствует, и в последнее время мы воскреснем силою Святого Духа. То же самое сила, которая воскресила Христа из мертвых, воскресит и нас с вами. Братья мои, дорогие и сестры, Иисус Христос умер за грехи наши. Он единственный имеет власть, силу и способность прощать наши грехи. У Иисуса Христа был очень интересный эпизод в жизни, когда к Нему принесли расслабленного. И помните, там Он говорит: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». И Он говорит только одно, что только Сын Человеческий имеет власть. Имеет власть. Поэтому на Голгофском кресте, когда Христос умирал, предали Его, конечно, очень подло. Осудили еще подлее. И на земле не осталось ни одной земной инстанции, которая бы могла рассмотреть дело Христа и оправдать Его. Лидеры израильского народа, они предали Христа, искали разного рода обвинения только, чтобы предать. Пилат понимает, что в нем нету никакой вины, хочет отпустить, но вот своя собственная шкура дороже справедливости. Осудили. И когда Христа подняли на крест, Он смотрит на креста и обращается к небесному суду и говорит: «Отче, прости им, они не знают, что творят». Дух Святой сегодня говорит нам об этой цене. Я хочу, может быть, сегодня обратиться к тем, которые еще продолжают жить и творить, не зная то, что творят. Бог в Иисусе Христе прощает грехи, если мы приходим к Нему с верою. Идите к Богу, идите к Иисусу Христу. Дух Святой сегодня стучится в ваше сердце, чтобы дать вам жизнь и жизнь настоящую. Если вы познали Христа, если вы знаете, что вы Его дитя, поблагодарите Бога. Поблагодарите Бога, что сегодня, несмотря что иногда мы падаем, мы можем прийти к Нему и в молитве исповедовать свои грехи. И как апостол Иоанн говорит: «И Он, будучи верен и праведен, Он прощает нас». Поэтому сейчас, перед нашим участием в заповеди Господней, когда мы будем вспоминать смерть Иисуса Христа, когда мы будем возвещать Его смерть, доколе Он придет, мы помолимся и поблагодарим Бога, попросим прощения за свои грехи. И сегодня также поблагодарим Его
за то, что Он верен и праведен, желает видеть нас спасенными, спасенными Его Сыном Иисусом Христом. Давайте мы вместе встанем и помолимся. Мы будем молиться про себя. Каждый будет молиться о себе. Милосердный Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты так полюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел вечную жизнь. Мы благодарим Тебя, Христос Иисус, за жертву Твою на Голгофском кресте, за Твое прощение, за Твое оправдание и за обещанного Святого Духа. Мы благодарим Тебя, Дух Святой, что сегодня Ты свидетельствуешь Духу нашему, что мы Твои дети. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сегодня научаешь нас и исправляешь нас на всякую правду, что Ты освящаешь нашу жизнь, что Ты позволяешь нам, Господи, познавать Себя, познавать волю Твою. Поэтому мы просим Тебя, чтобы Ты простил нас, помиловал и помог нам продолжить жизнь и путь свой, радуясь в том, что Ты совершишь свою цель в нашей жизни. Мы этого желаем и просим это в драгоценное имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Хочу стоять садиться душою, как с Голгофы благодать мир течет рекою. У креста честь моя и слава, там спасенья полнота. Божество право. У креста меня нашли благодать и сила, и звезда святой любви путь мой озарила. Чистота Иисуса, святись во мне, чистота Иисуса.
мне красоту Христа. О, Дух Божий, приди, все во мне измени, пусть увидят во мне красоту Христа. Пусть душа с торжеством и хвалы поет, славя имя Христа и под ним живет, чтобы имя Христа прославляли уста, чтобы пела душа гимн хвалы всегда, чтобы имя Христа прославляли уста, чтобы пела душа гимн хвалы всегда. Дорогие друзья, занимайте ваши места на короткое время. У нас есть несколько объявлений относительно жизни церкви. Будет ли у нас оркестр в понедельник? Будет. Несмотря на то, что многие отъезжают на этой неделе, все равно наш руководитель оркестра говорит, что у нас будет сыгравка духовых инструментов. Так что, если вы часть церковного растущего оркестра, и вы имеете желание и талант играть, присоединяйтесь. В понедельник в 7 часов вечера у нас будет сыгравка оркестра. В среду у нас библейский час, в 7 часов вечера, приходите. Также у нас и спевка детского хора. Не знаю, правильно ли будет у нас детский хор. Не будет детского хора, будет только библейский час. В четверг спевка хора взрослого. Надеюсь, что она будет, спевка хора. И в пятницу молодежное общение. Кстати, молодежь приглашает наших братьев для того, чтобы мы могли после собрания также пообщаться и вспомнить те хорошие, добрые времена до ковида, когда мы могли посещать их церковь. Может быть, мы сделаем новые планы посещения молодежи. Так что, молодежь, вы приглашаетесь после собрания остаться на часик за пиццей. Мы пообщаемся с нашими мексиканскими братьями. Dear brothers, after the service, we'll meet with our youth and we'll make some plans for the future, Lord's willing. Семья Свириды благодарит, это Виталик и Иночка, благодарят Господа за то, что их доченьки Аришки исполняется завтра 5 лет. Мы очень рады, что Господь ее благословляет и здоровьем, и она растет и прославляет Господа как в детском хору, так и в воскресной школе. Это большая радость, когда наши дети вместе с нами благословляют Господа. Будем молиться о всех, у кого день рождения в июне. Так что примите от церкви поздравления. И Ариша в том числе, у которой завтра 5 лет жизни. Перед нами непосредственная молитва, и мы благодарны Господу за то, что Он дарует жизнь. И у нас на этой неделе большая радость у Виталика и Юли. Бэбичка родился, его назвали Эммануил, с нами Бог, так что сегодня в семье Кравцовых и во всей церкви праздник, так что когда они придут, обязательно поприветствуйте также и Эммануила. Он пришел в этот мир вот буквально на этой неделе. В то же самое время Господу было угодно забрать земли маленького Владика Мирона, и сегодня мы уже не будем молиться о нем, сколько будем молиться о его родителях, о Саше и Алене там в Кишиневе, их дочерях. Владика после долгой борьбы с болезнью, с раком, Господь отозвал вечность. И это, конечно, тяжело для церкви, для самих родителей, но мы понимаем, что все у Господа в руках. Поэтому сегодня будем молиться и о родителях. Наш список будет перед нами, мы обязательно помолимся о всех, у которых есть физические нужды, освобождение от зависимости, спасение друзей наших. Будем молиться также и о беженцах, знаем, что продолжают пребывать беженцы, как вы слышали, даже через нашу мексиканскую миссию в братьев Розарита продолжают там служение, и они говорят и свидетельствуют, продолжают приезжать беженцы из Украины, из России, так что пусть им Господь также дает возможность им послужить
но и нам тоже не оставаться безразличными. Я знаю, что у нас кто-то в первый раз сегодня пришел. Если вы среди нас, поднимите ручку, мы вас поприветствуем. Если вы с нами, очень рады, обязательно мы познакомимся с вами после служения. Пусть Господь вас благословит в этой новой стране, на новой земле, откроет вам источники, о которых вы даже не мечтали, не видели. Пусть Господь вас в этом благословит. Оля Габурич просила молиться, чтобы Господь восстановил ее здоровье. У нас многие также болеют, многие будут уезжать на этой неделе, также и моя семья на этой неделе будет улетать на определенное время. Просим, чтобы вы также поддержали нас в молитве. Ну и все, которые будут уезжать или возвращаться, прилетать обратно, мы всех вас на руках молитвы будем приносить пред Господом. Я приглашаю, чтобы мы помолились. Вместе закончим это служение молитвы. Отец Небесный, мы очень благодарны Тебе, что сегодня Ты даровал нам прекрасную возможность в день Пятидесятницы быть единодушно вместе в собрании в Церкви Твоей. Мы в то же самое время мы радуемся и благодарим Тебя, что Ты даришь новую жизнь. Ты подарил Юле, Виталику, сыночка. Благодарим за Эммануила и просим Тебя, чтобы действительно с ним обитал Ты в его сердечке, чтобы он был служителем Твоей благодати и истины. Благослови, пожалуйста, эту семью. Также просим Тебя за родителей Владика Мирона. И наше сердце болит вместе с ними. Мы просим Тебя, чтобы Ты и Сашу, и Алену укрепил, благословил и даровал им возможность послужить в церкви там, на Северной, в городе Кишиневе, чтобы Ты открыл им еще множество Твоих благословений, как они могут, даже несмотря на то, что они прошли через такую тяжелую ситуацию, чтобы они также могли послужить людям в подобной ситуации. Просим Тебя за Даника Широка, просим Тебя, чтобы Ты восстановил его здоровье и предстоящий переезд для всей семьи, чтобы Ты хранил семью Шарук в Своих святых руках. За Илюшу Завостица, который сегодня вместе с нами, благодарю Тебя, что ему даруешь силы. Просим Тебя, чтобы Ты восстановил его здоровье, за Нину Кожич, за Асю Алиевскую, Авенира и Давида. Просим за Саню Кондора на Украину, Александра Сойбельмана среди нас. Просим Тебя, чтобы Ты благословил маленького Сашу Шишко, его папу Александра. Восстанови здоровье, прикосни своей исцеляющей рукой. За Келвина и Дебби, наших соседей, благослови их. За Амалию Грин в Екатеринбурге, восстанови ее процесс после химиотерапии. Благослови Аню Юхимец, Люсю Макан, Елену Бурдейну, Ольгу Владимировну Витисову, Ирину Еремчук, Елену Урсу, Исаия Щербанюка во Флориде. Благослови Людмилу Кожевникову, Алексея Окунева, маленькую Варю, Григория, Людмилу Заворотную после операции. Благослови также и Марину Шестак. Просим Тебя, чтобы Ты освободил от зависимости Владика, Славика, Андрея, Татьяну и Илью. Просим Тебя о спасении семьи Игоря, Максима, Павла и Василия. Просим Тебя, чтобы Ты привлек обратно к себе Израиль, Андрея, Артема, Рому и Никиту, те, которые были вместе с нами, но теперь не с нами, не в одном духе. Просим Тебя, чтобы Ты благословил их покаянием, вернул их себе. Просим Тебя за Владимира, который сейчас находится в больнице, в коме. Просим Тебя, чтобы Ты восстановил его здоровье, чтобы Ты поправил его сердце, его отношения с Тобою. Также его сыновей привлек к себе, простил все, что было сделано, и все, Господи, чтобы послужило к Твоей славе, также его восстановление. Благослови, пожалуйста, семью Горбань, восстанови там, наведи свой полный порядок. Просим Тебя, чтобы Ты держал сердце царей в своей руке, и чтобы смирил мироправителей, остановил эту кровопролитную войну. Просим Тебя о семьях, которые потеряли близких и родных, о беженцах, которые приезжают и в эту страну, чтобы мы могли также протянуть им руку помощи. Благослови Церковь Твою, чтобы она была светом и солью по всему лицу земли, особенно в странах, где притесняют христиан, Северная Корея, Китай, Индонезия. Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты хранил и благословил Твою Церковь. И также мы просим Тебя об Израиле и гонимой Церкви. Просим Тебя, чтобы Ты сохранил, благословил народ Твой в то же самое время, чтобы были открыты глаза, увидеть Мессию, видеть пронзенного Спасителя, который любит и благословляет также Израиль. Просим Тебя, наших братьев, на большегрузных машинах, чтобы Ты их хранил, благословил. Всех, которые нуждаются в Твоем восстановлении, исцелении, просим Тебя за Ольгу Габурич, те, которые болеют и переживают в нашей церкви, те, которые будут ехать, отлетать, прилетать в этом времени, когда время отпусков и отдыха, Господи, чтобы Ты нас всех
настроил на прославление Тебя и даровал на возможности как отдыха, так и духовной перезагрузки. Благослови всех нас и храни в Твоей святой руке Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Божьих вам всех благословений. Приветствуйте друг друга. Также